Накануне Дня защитника Отечества с фронтовиками, ветеранами локальных войн, полицией, представителями муромского казачества встретился депутат Государственной Думы Игорь Гошин. Во время разговора участники встречи затронули проблему помощи членам организации «Дети войны». По словам Игоря Гошина, по просьбе депутатов правительство обещало приступить к разработке мероприятий для этой категории ветеранов, как только в этом году завершится программа по обеспечению отдельным жильем всех участников Великой Отечественной войны. Говоря о патриотическом воспитании молодежи, ветераны попросили депутата Госдумы больше уделять внимание вопросам поддержки военно-спортивных клубов, а также поднять на федеральном уровне тему повышение качества обучения школьников. По мнению фронтовиков, современная программа обучения российской истории недостаточно эффективна. В преддверии праздника Игорь Гошин наградил офицеров и ветеранов Великой Отечественной войны, активно занимающихся патриотическим воспитанием молодого поколения.